одну и ту же информацию, которую вы получаете, вы можете ее получать так, как будто бы она вам пригодится потом, исходя из этой логики, и так, как она, как ее можно использовать сейчас. Поэтому, если вы чему-то учитесь, если вы что-то как бы, в чем-то совершенствуетесь и так далее, необходимо сразу эти ваши знания непосредственно реализовывать в практике. Если этого не происходит, понимаете, это все равно, что учиться ездить на автомобиле, но как бы не иметь машины для того, чтобы на ней ездить. Ну, как бы вы можете очень долго с оттягом, так сказать, осваивать агрегаты там и так далее. Вот. Но если это не превращается у вас непосредственно в использование сейчас знаний, ну, вы позабудете про эти знаки все. Вы позабудете про то, куда нажимать. Вы позабудете, как... И это бессмысленно, и вы снова будете учиться. И я знаю таких людей, которые трижды сдавали на права. Ну, то есть... Трижды. Поэтому очень простое правило. Все, что вы получаете в качестве знаний, должно сразу превращаться в практику.